Кварковая эпоха – это следующая эпоха в истории Вселенной. Эти получаются маленькие совсем клипы, потому что про вот эти эпохи микроскопически мало известно, но все же это отдельная эпоха, поэтому отдельный клип. Ну, принципиально до какой период, что все фундаментальные взаимодействия уже есть. То есть гравитация ранее возникла, да, сильное взаимодействие ранее возникло, а теперь возникло также слабое взаимодействие и электромагнетизм. Это означает, что есть те частицы, которые эти взаимодействия передают. В то же время температура Вселенной очень высокая, и кварки еще не образуют андроны, то есть вот те частицы, к которым мы привыкли. Адроны, то есть протоны, нейтроны, вот этого еще нет. То есть как бы вот все взаимодействия есть, а ядер еще нет, потому что нет частиц, которые формируют атомные ядра, атом нет, атомов. Примерно 10 минус 12 секунда после Большого Взрыва началась, потому что возникло слабое взаимодействие и электромагнетизм. Все это время тоже продолжалось все быть в состоянии кварк, глюон и плазмы, только в ней еще были еще лептоны. Ну, вот еще можно картинку эту проанализировать. То есть, что у нас происходило? Температура падала. Вот когда она упала до определенного уровня, началось образование ядер атомных. Время от 10 минус 12 до 10 минус 6, то есть все это еще за пределы первой секунды существования Вселенной все это не выходит. То есть в первую секунду существования Вселенной вся ядерная физика практически и возникла. Вот. Есть бозон Хиггса и работает поле Хиггса. В общем-то и все.